Здравствуйте, дорогие зрители канала Куплю Интернет и читатели сайта Куплю Интернет. В сегодняшнем видеообзоре у меня оказался замечательный MacBook Pro версия середины 2014, конец 2014 года. Моделька 82 MGX, 82RU-A, официально ввезенная в Россию через белые каналы. Моделька это предшественник предыдущей модельки того года. Разница тем, что здесь процессор быстрее и время автономной работы чуть-чуть дольше. Все остальное, в принципе, здесь одинаково. 8 гигабайт, 256 SSD. Куплен он был в NVIDIA. NVIDIA замечательный магазин, обеспечивает всевозможными гаджетами меня регулярно вполне. Так, а как бы это все вот так вот вскрыть? Чтобы никто не пострадал. Так просто открыть не получается. Коробочка крепенькая. И не поддается. Почему так аккуратно? Потому что так аккуратно. Без комментариев. Чем же хорош Mac? Тем, что здесь операционная система отличная от Windows стоит. А чем хороша она? Тем, что это не Windows во всех отношениях. Это просто супер операционная система, правда, к которой нужно привыкать недельки две, но если вы привыкнете, с нее уже никогда не слезете ни при каком раскладе. Так, целлофан успешно снят, теперь осталось достать то, что внутри коробочки лежит. Что же у нас там внутри коробочки лежит? Вуаля! Внутри коробочки лежит сам MacBook с тем самым яблоком. Также здесь есть зарядное устройство на 60 ватт, проводок и переходничок, чтобы не пользоваться проводком. Ну и кратенькая полезная инструкция, тряпочка для протирки экрана. Так, вот, собственно, сам ноутбук. Давайте посмотрим, что у нас там внутри этого ноутбука. Здесь можно открыть вот так вот, но мы не будем это делать и рвать. Мы откроем его аккуратненько. Мы откроем его посредством отлепляния вот этой вот штуки волшебной. И доставания его через эту самую дырочку. Так, 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 так. Достаем. Вот, собственно, сам MacBook, любезно прикрытый. Да, MacBook, кстати, это Retina. Любезно прикрытый такой замечательной волшебной салфеткой. Русская раскладка, экран Retina, процессор 2,6 ГГц. Разогнать его можно до 3,3. И довольно-таки длительное время автономной работы. Этим отличается последняя моделька от Apple. Если у вас предыдущая модель с Retina, в принципе, менять особого смысла нет, хотя можно за скорости работы и за время автономной работы. Ну, еще лучше будет подождать конца 2015 года, когда они выпустят что-то совсем новенькое. Спасибо за внимание, всего хорошего.